Саша и Серёжа. У тебя четко получается? А как ты так делаешь? Ты как паровоз. Надо попой губы делать. Попробуйте. Это очень хорошее упражнение. Дыхательное упражнение. И оно так мозги прочищает. Там какая-то вибрация идет. Сразу начинаешь все ясно видеть. Сразу. Не через паранжу, не через сетку от пчел и от комаров. Не через туман всякий. Не через... Не через гематомы, не через полиэтилен, а ясно. Да. Мы оглянулись вокруг, и нам стало сразу ясно. Все сразу стало понятно. Многие профессии обмельчали. Да, да. А многие... Говорят, звезды спорта. Звезды эстрады. Почему звезды? Раньше звезд было очень мало. В певцы допускали только если ты слепошарый. Да, либо есть у тебя волосатые руки и ноги. Да, либо ты, ну, либо наоборот, если ни ног, ни рук нету, юродивый назывался. Раньше певец, он был на вес золота, их было очень мало. Да их, во-первых, до певца надо было дослужиться и получить народное призвание. Да, ну это ж, я имею в виду, что древнеязыческие времена, они ходили босые, обычно с палками, их шоблой юродивых, нищих и попрошаек. Да. Не, ну сейчас вот это, да, эта мода осталась. Но самое главное, их было очень мало. Их звали как-нибудь Баян. Да, хотя играл он на гусле. Или Цимбал. Да. Или Цицерон. Да. Они сразу были и философами. То есть они были цветом. Министрельи. К ним прислушивались. Их никогда не цары, не императоры. Никогда их не наказывали. Не, ну иногда тырили. Иногда тырили и прогоняли со двора, потому что иногда некоторые... А Эзоп? Какой Эзоп? Ну, которого утюгом пытали. У него же было... У него был зоб. У него табло было обожжено. Изоб. И что же говорят, изоповым языком. Они умели говорить эти все певцы метафорами. Ну, то есть не пальцем показывать, как ты. Иносказательно, да. Да. Вот. Певцов было... Притчами. Также было очень мало атлетов. Они тоже были. Чипахилес, вот у которого потом... Пита болела. Да, сейчас очень кино. Трое. Но вот нас двое, а их трое. Про нас кино двое, а их трое. Да. Хотя мы смотрели, их были тысячи. Да. Кого Но трое? Тысячи по три. Кого их трое там было, непонятно. Ну трое. Вот. Так там вот тоже этих атлетов было мало. И раньше. А сейчас их развелось, я извиняюсь, как вшей. И олимпиады, и чемпионаты мира, и по футболу, и уже новые виды спорта придумывают. Даже мы смотрели сейчас модное. Эти технички со швабрами. А да, они точно, я видел, они лед трут. Ну, там и так чисто, они моют, запускают какие-то тазики засоленные. Короче, и мы стали изучать, почему так стало происходить. Почему сейчас очень много звезд на эстраде, почему сейчас очень много развелось звездных людей. Вот раньше было так, чтобы если артист был, так чтобы... На его бы никто не был похож. Его даже вот раньше, мы подозреваем, что его даже стерилизовали. Вот раньше был этот Катани или ну итальянец был. Так ему отрезали все. И он был. Русист, кастрат, да. И он поэтому пел. Высоко пел. Им отрезали все, капаны не могли наплодить детей, кап этих певцов не стало много. А сейчас. Что был эксклюзив. Да, а сейчас в связи с потеплением мечи международным и в связи с международной обстановкой. На это дело закрыли глаза, и оно давай плодиться. С развитием инфраструктуры. Из-за того, что стало много железных дорог. Газет. Этот бизнес, он обмельчал. Стало очень много артистов, миллионы. И они стали много ездить. А самое главное, что они самые размножающиеся. Вы думали, китайцы или кто там такие? Не, артисты Потому и спортсмены. Потому что у них же только богемная жизнь. А вы посудите сами. Все время дорога, все время отели. Все время замкнутое пространство. Поклонницы эти лезут. Да, как сумасшедшие вообще щели. От них же выходит, сейчас же самое модное быть певцом каком. Раньше было, они небесную энергию излучали. Это знают только эзотерики, фэншуй они излучали. Чакры. Они делали откровения. Они, если споют песню, то ты в ней слышишь намек сразу. А сейчас иногда поют откровенное говно. Как Нострадамус, да. А сейчас... Поют.
Называется попса. Да даже рок. Они поют, лишь бы петь. Лишь бы сотрясать воздух. То есть они поют связками. Вот. А раньше пели чакрами. Да. И поэтому у них остается много сил на размножение. Они постоянно только друг с другом размножаются. Нет. Мы хотим сказать, что неплохо, когда артисты вот сейчас эти, ну, гомики их называют, чего скрывать. Ну да. От этих вреда меньше, потому что они себе подобных оставить не могут. Потому что их... Опять же, это все из-за замкнутого пространства. Потому что у их процесс замкнутый, да. И он раз, и ничего не будет. То есть, как говорится, семки лузгает. И пар выпустил. А ничего не... Ну, пар. И пар выпустил, и не запарился. Не пар, а масло. Выражайся конкретнее. Да. Очистил лампадку, а вреда никакого. Поэтому мы таких, конечно, приветствуем. Потому что вот если он... Но к ним относимся с опаской. Потому что, ну их нафиг, кто их знает, да. А вот которые мачо, вот которые ездят, артисты. Ох у них, да. Они везде оставляют свое семя. Особенно такие группы, да. Типа Скорпион. Ах, да. Вот. Или Бон Джови. Или Модерн Токинг. Или оркестр какой-нибудь, это вообще хуже. Они только ездят и везде плодят. И поэтому все артисты сейчас похожи. Одни на Скорпион, другие на Скучер. Да. Одни на Маликова, другие на Малинина. Одни на Руки Вверх. На Корнелюка только никто не похож. Почему-то. Ну, он другой. Он не гулящий. Он по казино. По хозяйству. Такие тоже нормальные. Да. Ну вот, а вот эти, особенно которые вот сейчас фабриканты пошли, так да. Сейчас жди. Это сейчас вообще, одни да. будут похожи на фабрику 1, другие на фабрику 3. Да. Потому что они беспутные. А у фабрикантов дети родятся на продюсеров. Да, кондомами они не пользуются. Это у фабриканш. Да, у фабриканш, ну, да. Вот жди сейчас, говорят, одна беременная, другая. Одна будет лысая, да. Это сами знаете на кого. На И, К, И, Г, Кр. Если жирная будет, никуда не будет пролазить, то это будет похоже на это. На Ш, которая. Как кто-то? Шульгин. Этот. Который глюкозу. Вот. Короче, они будут все похожи на всяких продюсеров. Да. Так что и у спортсменов то же самое. Хотя спортсменами немножко полегче, потому что их запирают. Их забирают мобильники, когда у них сборы. Вот, и им не разрешают. Дают всякие стероиды. А артистам это только типа на пользу, чтобы побольше было потом в желтой прессе. Поэтому что хотим сказать. Давайте запретим артистам это изношение. Тогда они будут все эксклюзивные. Они будут, каждый артист на вес золота, как Валерий Леонтьев или Лев Лещенко. А то сейчас их будет больше и больше, и скоро... Что с ними потом делать? И скоро больше, чем обычно. Да, и скоро артисты будут собираться и будут ходить на концерты зрителей. Потому что зрителей будет намного меньше. Они будут битком стоять в очередях, чтобы купить, будут садить зрителя на сцену и перед ним всем выступать все свои кодлы и драться. Так что нужно им... Крантик чуть-чуть перекрыть. Или закон какой-нибудь издать, чтобы опять вернулся эксклюзив, и чтобы вернулись эти бешеные баяны и небесная благодать.